ананас. Всем привет, мои ананасики, мои любименькие ананасики. Сегодня я снимаюсь с папой и с мамой. Если что, моих родителей зовут Витя и Оля. Да. В общем, сегодня мы решили запустить такой челлендж. Это пранк-челлендж. Сейчас я вам расскажу суть этого челленджа. У нас будут листочки, на которых мы пишем разные мини-пранки, типа подойти к человеку, что-то спросить, и каждый должен будет написать где-то по 5 заданий, и каждый вытягивает 5 заданий и их выполняет. Лиз, а можно я сделаю комментарий? Да. Вот я сейчас смотрю на тебя, и из тебя пальма растет. Ты как ананасик, точно. Ананасик. Пишем вот задание, нас, да? Придумать что угодно, да, я так понимаю? И одно желание должно быть крутое. Крутое? И все. Я не Папа, знаю, еще одно желание. Итак, ребят, кто первый тянет? Черни. Давайте. Давайте я. Мама, да. По-моему, это мое. Блин, это мое. Давай, давай, давай. Что там написано? Я не хочу свое. Нет, нет, давай. Давай, 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 что это? Поставить на голове или на руках. Ходи. Я в юбке. Залезть на пальму. О, слушай, это мне нравится. Ребят, мне надо поздороваться с каким-то незнакомцем, вот так пожать руку и сказать камаджоба. Прокатиться с 8 разных горок. А где вас? На площадке. Там есть и детские, и вот такие вот маленькие. В общем, мама будет... Так, теперь я подойти к прохожему и попросить... Подойти к мороженому и попросить у продавца бесплатное мороженое. Хорошо, это легко делать. Ехать с горки на детской площадке. Сорвать цветок и подарить женщине. Это пранк для мамы. Фоткаться с собачкой. Нормально это задание. Блин, я хочу. Я буду фоткаться с собачкой. Залезть на дерево хотя бы на 1 метр. Что там? Попросить воды у прохожего и попить. Нормально. Блин, жестко. Покататься на водном квадроцикле. Папа! Я согласен, мне нормально. Я хочу залезть на дерево на 2 метра высоты. Все. У меня, мама, у меня сразу будет выполняться 2 желания. Так что я с вами не играю. Купить 2 круга. Легко. Мам, мама мне покрутит. Сделать колесо. Ну, это легкое задание. Нормально. Я это думаю, у меня что... самое классное задание, да? Прокатиться на банане, банане и плюшке. Я прокатиться на банане и на плюшке. Я так обожаю просто вот это ну вот. Ну что, все. Как мы делаем? По заданию выполняем каждую, да? Да, по давайте. Очереди. Я поймаю, кстати, наверное. Только не отталкивайся, смотри. Смотри. Куда я сел? Лиза, отойди на всякий случай. Становись на голову, а Лиза будет твои ноги поднимать. Давай, давай, ногу держи. Еще, выше, выше, Лиза. Выше. Я так боюсь плакать. Все, засчитано. Засчитано, засчитано. Залезть на пальму. Погнали. Это прикол. Это мы в центре Батуми. Папа исполняет у нас. Давай, 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 папа, у тебя получится. Давай еще чуть-чуть выше. Выше, не могу. Поцелуй пальму, папа. Все, папа выполнил желание. Залезаю на дерево на 1 метр и на 2. Держи. На пальму нереально. Серьезно. Так, ладно, пошли туда, куда-то. Тут очень много муравьев. О, это задание, видишь, даже челлендж. Тут очень много муравьев. Давай поменяемся, я на дерево залезу, а ты воды попросишь у прохожего. Нет. Могу помочь? Давай. Давай, выше, подтягивайся на руках. Купить 2 круга. Погнали, потопали за кругами. О, вот там. Вот этот один, да? Добавишь чуть-чуть, да? Я свое желание выполнила. Твоя очередь. Подойди к мороженому и попросить. Попросить. Блин, это прикол. Бесплатное, да? Бесплатное мороженое. Ну вы даете. Я такое не писала. Где? Тут и. Ну давай. Стой, подожди, папа. Я потом скажу камарджоба. Два пузыря. У вас мороженое есть? Да? А можешь мне бесплатно мороженое? А можете мне, пожалуйста, бесплатно мороженое дать? Мне еще хочется бесплатное мороженое. Оно меня сделает счастливым просто, понимаете? Одно бесплатное мороженое и все, я ухожу. Free of charge. One ice cream free of charge. Окей? Одно бесплатное мороженое. Без денег, без лари. Но без лари.
хочешь? Можно? Одно мороженое. Очень хочу мороженое. Бесплатно. У меня такая странная к вам просьба. А можно мне бесплатное мороженое? Бесплатное мороженое. Без денег. Почему бесплатное? Маленький. Я просто буду счастливый тогда. Лиз, где бесплатное мороженое? Что? Лиза. Задание? Надо пожать руку кому-нибудь. Да, типа, обязательно как, типа, пожать руку? Обязательно. В Киев. Мне тоже. Да, ну вот видишь. Ничего страшного, да? Мама, мне мороженое не дали. Я очень просил, но мне не дали. Сорвать цветок. Сейчас, подожди. Ой. Я бы обрадовалась такому цветочку. Какое задание? Задание сорвать цветок и подарить женщине. Ну, прекрасно. Замечательно просто. Чудит, тетя, скажи. Сама придумала. Это не я, это Лиза мне такое напридумала. Как ты себя чувствуешь? Ну как, ну странно дарить ей женщине цветы. Фоткаться с собачкой. Папа бежит фоткаться с собачкой. Все ты с собачкой сделано. Мне выпало прокатиться с горки, и я хочу прокатиться с большой. Не лезет, Лиз. Как-то так. Так как я сейчас тоже на горках с 8 разных. Мама. Я боюсь горки. Три. Так, это четвертое. Шесть. Семь. Восемь. Задание выполнено. Покататься на горках. У меня покататься на банане и на плюшке, поэтому мы... Да, идем туда. Да, а я пошла в воду просить после горок, да? Последнее желание попросить воду у прохожих, блин, я не могу это сделать. Вон, смотри, что у тебя с водичкой идет. Просто скажи, извините, можно водички выпить? Мне так пить хочется. Я только что мороженое клянчил. Нету никого. Вон, с бутылочками идут. Я же не могу тетя просить, мне у дяди надо просить. Почему? Потому что тетя мне не даст. Давайте я другую. Нет. Подожму, присяду здесь. Нет. Я не могу это выполнять задание. Вот это задание. Не могу. Я не могу его выполнить. Не могу попросить у прохожего воды попить. Я не могу просить, чтобы людей попить. Забери у них воду.
пей, пей, давай. Точно выпила? Точно выпила. Спасибо. Спасибо. Справилась? Справилась. Видишь, боялась. Ну, это что-то похоже на колесо. Выше, выше. Еще. Все, есть. Лицом об дерево ударилось? Кто выиграл, ты или дерево? А дерево сейчас завалится вообще. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. В моем видео участвовала моя мама и папа. Ты уже по-грузински начала говорить. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мне очень приятно. Ставьте лайки этому видео, если это видео вам понравилось. А также пишите в комментариях, какие видео вы хотите видеть на моем канале. Может быть, пранки, скетчи. Напишите в комментариях. А с вами была я, Лиза. Всех люблю. Пока. Вы меня заставили покраснеть.